Существует понятие «новое качество жизни». Новое качество жизни, конечно, невозможно без финансовой стабильности. И пока, если что-то в России не получается, ну, достойная заработная плата для всех слоев населения, то тот, кто стремится, может себе это позволить и не задумываться, и жить не хуже, чем живут люди в Европе, и ездить и отдыхать. Конечно, для этого необходимо трудиться, и для этого необходимо, как ни странно, следить за собой. Почему мы об этом смело можем так утверждать? Да потому что познакомились с людьми, которые работают и лечатся вместе с стоматологическим центром ДЭНС. И скажем так, если их качество жизни изменилось, то оно также изменилось и у нас. И для этого у меня есть собственный пример. Это моя супруга. И вот еще буквально полгода назад мы не могли мечтать о полноценной улыбке в 33, точнее в 32 зуба. А сегодня, пожалуйста. Да, мы не испугались имплантации. И хотя вопросов было много, ответы и консультации мы получали всегда. Конечно, справедливости ради заметим, идея внедрения металлических конструкций в скелет человека не так уж и нова. Но если пластины черепа крепятся напрямую к кости, и бандаж при переломах тоже, то вместе обилия слизистой и мягких тканей, то есть в полости рта, вызывали вопросы и отторжения, и надежности. Мировая статистика следующая идет. Считается удачной имплантацией, если в течение 5 лет сохранилось более 90% имплантатов. 90% и более. По непосредственным результатам операции, то есть сразу после установки, если в течение года было потеряно не более 5% имплантатов. В Магнитогорске мы поставили, сейчас мне трудно сказать, но несколько сот уже имплантатов. Слава Богу, пока отторжения не было. Это связано и, во-первых, с использованием имплантатов последнего поколения, которые имеют модифицированные поверхности и позволяют улучшить результаты приживления. Это, во-первых. Во-вторых, мы не нарушаем технологию операции, используем дополнительные методы, позволяющие улучшить результаты, которые есть в этой клинике. Ну и большая часть пациентов, которые мы прооперировали, они, в общем-то, получают уже своевременное ортопедическое лечение, и многие уже закончили протезирование. В общем, пока все нормально, и осложнений не было. То, что стоматологический центр ДЭНС реализовывает сейчас, позволяет не задумываться о долговременном путешествии и проживании в медицинских центрах Германии либо Швейцарии. Ну а для тех, кто не верит в уровень подготовки и квалификацию наших российских стоматологов и центра ДЭНС в частности, вот вам достойный ответ. Тут не такие уж орляты были на самом деле, были достаточно квалифицированные, и есть достаточно квалифицированные сотрудники, врачи, зубные техники, средний медицинский персонал. И по мере того, как мы проводим лечение, здесь проводится, ну, все-таки какое-то обучение, пусть оно подспудное, пусть постепенно, но тем не менее. Кроме этого, здесь надо отдать должное руководству клиники, что они постоянно повышает квалификацию сотрудников. Вот не так давно проходили обучение по протезированию на имплантатах. Сейчас по мере приобретения нового оборудования будет запланирована поездка в Германию для обучения новым методам протезирования и новым методам лечения, в том числе на имплантатах. Так что уровень очень высокий. Далеко ходить не надо. У меня зять немец, имплантат ставил где-то в Германии. Сделали ему не очень удачный протез. Мы его здесь запротезировали с использованием новых технологий, которые будут внедряться как раз в ближайшее время в этой клинике. И когда он обратился повторно в этом, там все были просто удивлены. Так что здесь разрыва практически нет. Вот сейчас мы находимся на очень хорошем уровне. Это связано не только с тем, что у нас квалифицированные кадры и хорошая подготовка. Постепенно клиники приобретают высококлассное оборудование. Мало того, часть оборудования мы приобретаем одни из первых в мире. Вот я знаю, что здесь в клинике собирается брать оборудование для протезирования на оксиде циркония. Вот это оборудование такого класса, ну, может быть выпущено экземпляров 10, которые в Европе распространены, и один из первых будет находиться здесь, в Магнитогорске. А теперь объективности ради давайте поговорим о том, как качественно меняется жизнь человека, когда у него возвращается чувство полноценности. Полноценности количества зубов в нашем случае. Скажите, пожалуйста, было ли страшно первоначально? Было. Было страшно. Я вообще трусиха.
стоило много пережить, сомневаться и все-таки решиться. Но хочу сразу отметить, это не комплимент, Виталий Валентинович и Владимир Петрович, когда я пришла, я вот именно колебалась. Мне было и страшно, и, наверное, даже где-то подспудно, может быть, даже я и хотела, чтобы они мне сказали, да ну что вы, такой возраст там, и вообще и объем, и это дорого, и вообще не надо. Я как бы вот, ну как любой человек подспудно, тогда бы с чистой совестью пошла и считала, что ну вот нельзя. Тем не менее, они меня приободрили, сказали, что можно так, можно эдак, можно попробовать. Я вот переборола свой страх, все-таки решилась. И затем вы не ограничились, ну, только небольшим объемом. Решено было сделать кардинально и капитально. Да, когда, да, небольшой объем, ведь вот стоит только начать, да, небольшой объем потом оказался большим объемом. То есть я уже на стадии вот поняла все преимущества того, что даст мне вот эта вот процедура, и решила сделать уже все кардинально поменять. А сама процедура вызывала какие-то у вас дискомфорт, какие-то негативные эмоции, может быть? Болезненные ощущения, там еще что, чтобы ну, люди не боялись, что там при установке импланта там челюсть им разнесут, потому что ну, существуют такие, допустим, слухи. Поняла вопрос. А вы знаете, да, страхи были жуткие, и все, что я испытывала негативным, это было до того, как я переступила порог. Это, опять же, не комплимент клинике. Жутко переживала, и более того, когда я приехала, мужу говорю, ты не уезжай. Я, знаешь, возможно, даже я сбегу. Да, вот честное слово. Был внесен там какой-то аванс, небольшой предоплата. Тем не менее, я говорю, ты знаешь, не уезжай. Я до последней секунды, я говорю, наверное, мы уедем. Он говорит, ну и конечно, зачем так себя-то это, в страхе в таком. А потом я вошла, меня вот встретили мои доктора, вот в это помещение пригласили. И какими-то разговорами посторонними меня отвлекли. И когда они закончились, уже бежать было поздно. Вышел профессор. Пригласил в кабинет бежать. Но с этого момента, как только я села в кресло, никаких негативных. Доброжелательность, комфортность. Ну, в общем, все, страхи кончились, и на этом все. И вот по сей день никаких негативных, никаких страхов, ничего. И мой уже небольшой комплимент вам. Дело в том, что когда мы с вами разговариваем, вряд ли бы человек, который имел бы проблемы с зубами, смог бы настолько качественно выговаривать слова. Качество жизни поменялось? Абсолютно. Абсолютно. Качество жизни. Это вот искренне поменялось настолько, что я мечтаю. Вот моя такая мечта. Дело в том, что очень много перетерпела вот с этой проблемой до того, как попала сюда. И говорю совершенно искренне. Мечтаю о том, чтобы вот эта процедура была доступна многим. За счет, ну, наверное, удешевления. Главное же ведь вопрос, даже не в том, боимся, не боимся. Еще и материальная сторона довольно-таки, надо готовиться. Мое видение, лучше лишить себя, ну, каких-то там поездок, отдыха, всего. Потому что это главное, зубы главное. Итак, мы это сделали. И нас не единицы, а десятки и сотни. И скоро счет пойдет и на тысячи. А у вас есть возможность задуматься и принять правильное решение. С кем продолжать дальнейшую жизнь и в каком качестве. Ну, в общем, вы все видели, вы все слышали. И вам, наверное, стало понятно, что ничего страшного в зубной имплантации не существует. Что это процедура, к которой ну, большинство людей приходит рано или поздно. Конечно, хотелось бы сохранить зубы с молоду. И у вас есть такая возможность. Это для тех молодых людей, которые смотрят эту передачу. И вполне возможно, что вам удастся, так же, как и мне, в 35 лет иметь всего одну пломбу. Но если такое не получается, то разумеется, выход – это зубная имплантация. И в результате ваш стиль жизни, ну, такой жизнерадостный и полноценный, в том числе в качестве нормального пережевывания пищи, нормальных улыбок, нормальных эмоций, он сохранится. И по цене вопроса. Цена вопроса, в принципе, не такая уж и велика. А качество выполнения работ. Но сегодня, как вы уже слышали, Рафаэль Васильевич имеет всю смелость и авторитетность утверждать, что мы действуем и мы живем не хуже, чем в Европе, в Америке, да и везде в мире. Потому как Россия идет вперед. И скоро, и возможно, мы будем впереди планеты всей. И в смысле технологии имплантации, и восстановления зубов.